Самое мучительное – это ждать. Но другой альтернативы сейчас нет. Привет, брат. Вот дерьмо-то. Нужно погрузиться в трюм. Я и друганы мои прорвемся. Мы заинтересованы в том, чтобы он попал в зону не как военный, а как сталкер. Did you know, дед, я эти три percent of viewers are not subscribed to channel. If you like my content, I would be grateful if you would subscribe to my channel. Thank you. Что это? Не нравится мне это место. Твою мать! Так и ласты можно склеить!
мать ее! Да-да.
What the dog doing? Thank you.
Почему? Дядька, тебе больно? Больно. Почему ты не плачешь? Тебя как зовут? Шутка. Шутка? Ты смешной, дядька. Я не шутка, а Шурка. Так меня бабушка зовет. Ты не бойся. Когда тебе страшно, ты что делаешь? Я закрываю глаза и мысленно перемещаюсь в безопасное место. А где это место? Оно может быть где угодно. Когда закроешь глаза, тогда это место. Эй, дядька!
Ага. Здорово.
Привет. Ты ко мне? Как жизнь? Привет. Привет. Здорово. Внимание, все сталкеры! Access denied.
Да? Да-да. Да-да. Ничего хорошего не получилось. Избавившись от шутки, я занял ее место. И теперь отсюда не могу выбраться.
может, шутки не было никогда. А я все это время находился здесь. С чего это началось? Я обречен на одиночество. Да что же со мной происходит? А вот времени у меня очень много. Может, даже вечность. Ничего не остается, как начать заново. Так с чего все началось?